очень четкое, очень, я бы сказал, в некоторых местах даже жесткое такое руководство к действию для нас, тюменцев. Я думаю, что это руководство отражает ясно наши достижения, которые есть в нашей Тюменской области. В частности, четко понятно, что задан вектор индустриализации. И в частности, очень отрадно, что этот вектор индустриализации отмечен и в здравоохранении, и губернатор это подчеркнул, что есть достижения, например, пересаженная почка, это большое достижение, уникальные операции идут в центре нейрохирургии, очень большой проект заведен, очень большой проект и большие перспективы, я считаю, проект, это центр мать и дитя, я думаю, это будет большой скачок и в педиатрии, и в детской службе на перспективу. В частности, может быть, наконец-то реализуется моя давняя мечта, это фетальная хирургия, потому что мы все знаем, что чем раньше оперировать, тем лучше, поэтому лучше оперировать вообще в утробе матери. Я думаю, так как он располагается территориально очень близко, буквально в шаговой доступности, я думаю, что это будет очень большой прорыв именно в направлении детской медицины. Ну и, естественно, очень четко определены приоритеты по дальнейшему развитию и устранению недостатков. Я думаю, что чувствуется в области хозяин, и хозяин четко знает, как надо двигаться и что будет впереди. Это радует и вселяет оптимизм.